праздничные дни 12 и 14 июня, когда в Севастополе будут отмечать День России и День города, на дорогах ограничат движение транспорта. Это не будет касаться только автомобилей экстренных служб, технических групп и участников праздничных мероприятий. Для остальных в субботу с 2 часов дня до 11 вечера проезд будет закрыт от площади Суворова до площади Нахимова, а с 5 часов вечера центральное кольцо перекроют вплоть до площади Лазарева. В понедельник по всем центральным улицам нельзя будет проехать с 2 часов дня. Кроме того, 14 июня движение перекроют с 10 утра до 6 вечера на улицах Айвазовского, Синявина и Маяковского. Также на два праздничных дня с 14.00 до 23 часов изменится направление одностороннего движения на улице Суворова от штаба Черноморского флота до пересечения с улицей Ленина и на протяжении всей улицы Воронин. Место посадки и высадки пассажиров катеров с 2 часов дня перенесут с Графской пристани в Артиллерийскую бухту.